Вот уже два дня люди мне пишут про гениальный аджик украинского телевидения, конкретно канала СТБ. А я каюсь в разлетах, в разъездах и не смотрел. А сегодня посмотрел и попросту прозрел. Итак, если ты хочешь сделать хороший, крутой информационный сюжет, для начала затри чужую плашку. После этого приступай, собственно, к самому сюжету. Начнем. Ну, а це вже не Кишине, теж неподалік Дебальцевого і теж суцільна руйнація. Тут не підлягає ремонтові жоден із будинків. Ні стін, ні вікон, ні дахів. Було більше як 1000 мешканців, а тепер заледве сотня. Це все, що залишилося від школи. Коли-то тут була Нікішинська школа. Поки не прийшла сюди війна. Третій етаж. Для начала находим, чье же это видео. Это видео Лёши Смирнова, российского волонтера, который много чего делает для мирных жителей Донбасса. Само видео вот СТБ украло, ну, позаимствовало на канале «Патриотические силы», поэтому и замазали плашку. Теперь послушаем, что он говорит в оригинале про эту школу в Никишино. Когда-то здесь была Никишинская школа. Не пришла сюда война и ВСУ. Мне, наверное, послышалось, что в конце он сказал, пока не пришла сюда война и ВСУ. Но на СТБ мы это не слышим, потому что зрителям СТБ надо знать то, что им парит СТБ. А остальное мы чик-чик. Джонни, я хочу как в синематографе. Прошу тебя, сделай монтаж. Далее на канале СТБ следует рассказ о том, как боевики разгромили Никишинский клуб. Просто им так хотелось, они взяли и разбомбили Никишинский клуб. А потому что они неадекватны, это понятно. Це вже залишки від Никишинського клубу. Його бойовики розбомбили вщент. Масштаби руйнувань села добре видно з даху клубу. Видите, разбомбили вщент, а масштабы разрушения села хорошо видно с крыши. Там с крыши еще кое-что видно, но СТБ это не показали. Не показали они вот это, вот просто как говорят жители Никишина. Что же там произошло? Раньше Гитлера гнали, а вы чего? Первые они начали стрелять, украинцы здесь. Ну а потом ДНР и пошло-поехало. Нам сказали, через 3 дня нас освободят. Они, видите, что понаделали. Специально по всем домам били, да? Специально по всем домам, специально. Ну а вот, собственно, и оригинал видео из клуба, который вщент разгромили боевики. Неадекватные боевики, которые просто решили разгромить клуб. Давайте все-таки посмотрим оригинал. Шутки прямо на сцене убивают. Шутки прямо на сцене убивают. Где? Шашлыки. Ну, украинская армия отличается в умом сообразительности. Им холодно на улице. А здесь удобно им шашлыки делать. Они там огневую точку устроили в клубе. А вот библиотека. Да? Была. Была какая-то библиотека. Люди книжки будут читать. Да, а потом мы говорим, а что это украинцы такой культуре. Ну а вот и крыша клуба, с которой хорошо видно, как вщент разгромили там Никишина. А что еще на этой крыше было, чего СТБ не показали? А давайте я вам покажу. Крыша клуба. Здесь пушка себе посмотрит. Что-то таких особо и не видел. СТБ продолжает. Вот нам показывают Дебальцево. И после отхода украинских войск там массовое мародерство. А боевики тоже из-за своей неадекватности разбомбили школу, садик и жилые дома. Це вже саме Дебальцеве. Після виходу українського війська звідти щораз частіше надходять звістки про масове мародерство. У місті немає ні комунікацій, ні продовольства. Люди показують наслідки наступу російського терористичного війська на місто, яке понад півроку утримували українські сили. Зараз вулиці практично порожні, повсюду понівечена інфраструктура. О, стратегічний об'єкт, общеобразовательної школи. Діти зараз не вчаться, нічого. Садик не ходит, сгорел.
сзади тоже горел, да? Да, 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 вот воронка. Окна, все, как будто тут их никто никогда не стеклил. Вот, пожалуйста, стратегический объект, садик. Это то, что показала СТБ. И пояснила, что... Люди показують наслідки наступу російського терористичного війська на місто. Найдем этого дедушку в видео, опять-таки, Алексея Смирнова. Школа общеобразовательная. Какой это стратегический объект? Вот за вот этой кочегаркой стоит здание этого садика. Какой стратегический объект? На этом вообще, я не знаю. Ну, в голове не укладывается. А дом разбомбленный показали как последствия мародерства, о котором все чаще сообщается. Отходят звездки про массовое мародерство. На самом же деле, давайте наконец-то услышим, а кто же это все разбомбил, а? Осколочным снарядом прямой наводкой ехал по улице там и дубасил с танка. Но здесь же не было ополченцев, да, не сидели? Никого не было, абсолютно. Тут чистое место было, ну как, ну... Были то те, которые некуда ехать, по сути дела, да и все, убегать. Ну, мирные были и все. Вот, пожалуйста, стратегический объект, садик. Если бы меня попросили по 10-бальной шкале оценить цинизм канала СТБ, да и вообще цинизм украинских СМИ, я бы поставил 12 баллов, знаете, сверхоценок. И знаете, что самое интересное, когда рассказывают о том, что когда боевики... там сепаратисты вырубают украинские каналы, это очень плохо, потому что мирное местное население не имеет возможности узнавать правду от украинских каналов. Оно постоянно зомбируется российским телевидением, а украинское телевидение не имеет доступа к головам вот этого зазомбированного местного населения. Как вы думаете, какое отношение у мирного местного населения может быть вот к такому вот перекрученному сюжету? Какое у него уже отношение к украинским телеканалам вообще и к СТБ в частности? Я связался с Алексеем Смирновым, мы на связи, и он мне обещает сбросить кое-какой новый сюжетец по поводу того, я так понимаю, как мирное местное население отнеслось вот к такому вот репортажу, честному репортажу СТБ. Ждем-с. А пока что мое мнение вы слышали, ваше мнение... Ну, я не знаю, какой дебил может сказать, что вот это вот нормально. Я не знаю.